собрались? Пойдем домой, мы же в саду. Курлесим. А? Отработали, да. Курлесим в саду. Ой, смотрите, вон тут вон. Набежало, натекло. Солнышко яркое. Даже капает уже. Нет, нет, давай, держи, я иду. Я иду к тебе. А вот смотри, здесь тоже яма. Может, там тоже кто-то живет? Крот. Крот, бегемот. Как ты говоришь, ты там будешь жить. Иду давай. Сейчас ждешь. Да. Все. Виталина, сейчас будут покорять забор. Ну давай, покоряй, покорительница заборов. Десятка на остриет. Все. Ладно, поехали дальше. Поехали дальше. А ты можешь не идти по этим канавам, по другим следам там же идти. Иди по каким хочешь, а я по этим влезу. Бляха, муха. О, да. О. Я-то вылез, не догонишь, не поймаешь. Сейчас балансирует она сейчас. Навернешься, балансир. Видишь, я еще ни разу не провалилась. Не клюнься носом то в забор. Я сейчас прыгну как бомбочкой. Все, на. Держи свой. Давай. Агрегат. Иди вперед. Ой, ну все, ладно, все хорошо. Все, пошли дальше. Эта штучка стоит. Ну да, может нынче что-нибудь на ней вырастет. А, не знаю, клематис посадила, что-то он не хочет. Домики. Домики. Вот, видишь, тут супер-пупер, система Ниппель, отвода воды. Ну да. Слушай, облака какие красивые, перистые. Да? Красота. Скоро опять здесь все аж... Где? Ой, да, дай-ка сфоткаю. Сейчас уберу. Так, так атмосферненько, да? Да, красиво. Ты здорово, ага. Красиво. Такой домик здесь в деревне. Снегу. Ага, домик в деревне. Через недельки две здесь было гораздо меньше снега. Девчонки, я здесь не спрессован. Да, конечно, он же тут растает, да. Че, кто его тут прессует-то? Я говорю, мы тут с тобой даже по тропиночке так хорошо проскакали. Без проблем. Без проблем. Проскакали, пронеслись. Так, атмосферненько это, слушай, смотрится. Сосна. Сосна, ага. Банька новенькая. Нынче что-то решили все баньки строить, да? А вон тут, смотри, бедная теплица. Вот вся аж прям, ага. Мне кажется, накренилась она под снегом та аж. А смотри, кто-то бегал. Ой, да, кто это? Какой-то зверек, слушай. Ну да. Вон, смотри, оттуда слетел. Вот, посмотри. Ага. Это не пис, если бы я не писал до берега. Какой-то зверек. Какой-то. Может, крыска? Крыска? Ой, не знаю, насчет крыски не знаю. Крыска, маркиска. Угу.
Так слушай, дикие животные, они же хотят есть сейчас. И они... Да. Может быть, хотят куда-то залезть. Да, 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 да. А они же хотят все им надо найти, все это. Видишь, как огребли молодцы. Все надо найти и съесть. Вот зато на этой теплице, да, она более такая пологая, видишь, углом такая стеклянная. Там вообще ничего нет. Не, стеклянная, я помню, у бабушки была стеклянная. Потом этого стекла, помнишь, мы с тобой вывозили. Оно, по-моему, еще у нас стоит там по бокам у забора. Стекло-то. На мотособаке. Видишь, какой дом тоже атмосферный. Сруб тоже здоровый. Да. Большой домик. Тоже пошли куда-то. Проверять сад. Да. Ходят, проверяют. Пройдем. Первый штакетник, да? Расстояние 4 сантиметра. Да, да. Видишь, какой? Ага. Это очень много, да. Да. Надо 2, наверное, делать. Вон тут тоже, видишь, все огребли вот здесь. Прогребли. Да, сейчас отойдем. Ага. Все, разошлись. Боюсь, что мы там замерзнем. А, хорошо. Ночевать. Предлагаю ночевать с собой, да? Да. Так у кого-то есть хорошая такая добротная печь, да, почему бы и нет, да? А у нас что там с тобой? Нам даже с тобой его никаким обогревателем не нагреть, даже никакой пушкой. Но у нас же летний домик. Люди должны работать. Круглосуточно такая штука. Да. Чтобы нагреть. Вышится наша проводка не выдержит. Нет, а правда ведь, наверное, нет, Стас. Так, ну что? Красота. Еще раз смотрим на красоту. Все, мы, наверное, домой уже. Всем пока. Кому понравилось, пиши, ставь лайк, подписывайся на канал. Кто хочет помочь нашему каналу, ссылочки в описании. Ну, всем добра и всем пока.